История моего участия в так называемом московском акционизме, она, собственно, начинается с 93 года. И на тот момент форма, как вы говорите, формы и средства выражения, они для меня были единственно возможными, потому что у меня не было и, в общем, до сих пор нет профессионального художественного образования. Более того, никого особо не знал, и поэтому акции и перформансы, ну тогда это, в общем, скорее больше называлось акциями, был единственный формат для, что называется, начала художественной карьеры. И так и получилось, что именно начало 90-х было, собственно говоря, из рождения московского акционизма. И в этой связи, оказавшись в этой среде, не возникало, собственно, никаких даже и вопросов, каким образом начинать и с чего начинать. Были вопросы по стратегии, по художественной, да, и по содержанию, собственно, акций. Но это уже дело, что называется, либо группы, если удавалось сколотиться кому-то в команду, либо индивидуального восприятия там, повседневности и реальности. Я не могу сказать, что я перформансист, работаю только в этом. Так получается, что я, ничего не умея, ничему не учившись, стараюсь использовать все возможные медиа и техники, выбирая ту, которая адекватно подходит для реализации вот этой энергетики, да, для материализации той энергетики, которая живет во мне и которую я хочу вернуть, что ли, социуму. Я начинал со стратегии привязываться к датам, которые были в календаре, ну тогда еще практически советского общества. И мне казалось важным изживание вот этого государственного влияния на календарь индивидуума, на календарь гражданина, мне казалось правильным высказываться именно в эти дни, но каким-то другим, совершенно, видимо, парадоксальным способом. Потом были, тоже это акции не назовешь, это скорее такая городская инсталляция, 8 марта, которая называлась на Тверском бульваре «Конец соблазна», где я развешивал бюстгальтеры на деревьях вдоль бульвара на высоте, извините за выражение, груди. И таким образом бульвар весь был, все деревья, стоящие на бульваре, они были все обвязаны, да, бюстгальтерами. И как конец соблазна, в общем, было такое, опять же, да, такое подведение. То есть все время было ощущение, что надо подвести итог вот этой вот тоталитарной и советской истории. Хотя на самом деле, конечно, сейчас уже мы, оборачиваясь на 93-й год и на начальные 90-е, мы, конечно, понимаем, что уже вовсю кипела совершенно другая реальность. И, между прочим, вот кадры из телепередач, где рассказывается, если мы увидим, не знаю, про наши акции, они выглядят сейчас очень странно и смешно, потому что они очень лояльны и как раз очень свободны. То есть телевидение не вторгается, не говоря уже там, мы же не говорим про милицию, да, и там практически нет вмешательства в художественный жест. Есть очень спокойные комментарии, фиксирующие, и потом показанные там тем же вечером по телевизору. Довольно странно сейчас смотреть. Потому что если, например, там, забегая чуть вперед, сказать, что вот моя акция, которая была сделана в Страстную пятницу, сейчас я в год уточню, извините. Да, вот, в 95-м году в Страстную пятницу акция на Никольской была «Распни его». Понятно, что в пятницу, да, накануне Пасхи, собственно, толпа и кричала, да, «Распни его», но тем не менее вся Москва была украшена с воскресеньем. И это было как бы странно с точки зрения, ну, вообще православия там, и вообще христианства. Поэтому, а учитывая опять же тот момент, сейчас вам это, конечно, сложно себе представить, но как раз тот момент был, это, в общем, эпоха, что называется, Александра Мени, и это было такое действительно пробуждение христианского общества в хорошем смысле. Сейчас это вообще очень объяснить сложно, учитывая отношение общества, государства и церкви. Это полное безумие. А тогда все было очень, очень хорошо, очень корректно и очень обнадеживающе. Акция заключалась в том, что я был замотан транспарантом и, вращаясь как волчок, разматывал на себе транспарант, который перегораживал улицу Никольская по всей ширине, на высоте груди, где было написано «Распни его». То есть представить себе сейчас, вот сегодня, такую акцию, да, где было бы написано «Распни его»,
Я, конечно, не напрашиваюсь на комплимент, но думаю, лет 5 бы это было как минимум. Подробно хотел бы остановиться как раз на последнем своем работе, последней своей работе. Это групповая акция «Пленэр». Это произошло на следующем, сразу после инаугурации последнего президента в 2012 году. И если вы помните, тогда, в общем, белый цвет, он не то чтобы вызывал аллергию власти, он был практически под запретом, как это не смешно сейчас об этом говорить. То есть закрывалась Красная площадь, людей там хватали, понятно, что без каких-то серьезных последствий, но тем не менее, это была такая игра, но игра такая дразниловка, да, и в итоге мы сейчас понимаем, чем это все кончилось, но тем не менее, на тот момент казалось, что все-таки это на том уровне и остановится. И моя задача как художника была придумать такую форму, так скажем, да, оппозиционного высказывания, которое бы, с одной стороны, была на территории искусства, с другой стороны, однозначно бы считывалось политически, и, в-третьих, лежало бы в рамках, неправильно сказать, законности, а, так скажем, сложности интерпретации. И идея, собственно, родилась очень, очень простой. Мы вышли с группой авторов, как это потом стало называться, на набережную, прямо напротив Кремля, с этюдниками, с белыми загрунтованными холстами, и в течение часа, собственно, пытались писать там Кремль, пейзаж или что-то еще, но либо кто-то это делал белыми красками, либо никто этого не делал, оставляя холст в качестве ready-made. И вот это вот, с одной стороны, бессилие, а с другой стороны, скорее, как я это называл, нежелание вести диалог, потому что нету объекта и субъекта для диалога. Приехавшая милиция, которая, естественно, утечка произошла каким-то образом, приехавшая милиция, она не знала, как реагировать. И в этом и была, как бы, да, наверное, на тот момент критерием успеха. Хотя, с одной стороны, налицо раздражающий белый цвет напротив Кремля, и, с одной стороны, все понятно, с другой стороны, художники, вышедшие на пленэр, да, нет более безобидного существа. Это входит в профессию, я имею в виду, какая-то фиксация работы. А вот то, что видео и фото, это очень важно, вот вы выделили очень правильно, потому что для перформанса, с одной стороны, да, это искусство действия, и логично, что оно должно быть и продолжительно во времени запись в видео. С другой стороны, очень часто бывает, что видео не отражает той вот энергетики, да, оно недостаточно концентрировано. И утеряв, то есть глядя перформанс вживую на улице там, или в агрессивной среде, или как-то вживую, ты понимаешь, ты чувствуешь эту как бы энергетику живьем. И иногда действительно лучше показать фото, чем видео. У меня было видео-перформанс, может он войти, может нет, где я бегу с майкой, как вот футболист с майкой на голове, я бегу по дороге через мост и оказываюсь как бы между Кремлем и как раз храмом Василия Блаженного. Это тоже, это начало 2000-х, в общем, когда как раз начинает появляться вот этот странный союз государства и церкви, еще который нельзя было, ну, мне, по крайней мере, проартикулировать как-то более четко, но я чувствовал, что что-то происходит, и поэтому место вот, и жест, он был выбран именно таким. С одной стороны, как бы такая футбольная радость от гола, да, с другой стороны, вот такое убегание, да, это вот может быть такой предэскейп чуть-чуть, убегание от этих двух институций, которые вырастают как такие два ядерных гриба на заднем фоне. Так я, собственно, к чему это рассказал? В том, что на видео это как раз как я бегу, это выглядит, ну, крайне, мы можем это включить в качестве примера, крайне мутно, вяло, рыхло, неубедительно, как бы ни по композиции, ни по жесту, ни по скорости, ну, как бы ни почему. А по фотографии, которая, в общем, сделана была так случайно, ну, просто вот, знаешь, там, на всякий случай, так, для из дружеских каких-то там, да, фотоальбом, она как раз получилась композиционно очень точной и как бы, да, вот она и работает. И вот это вот как раз очень тонкий момент, который не знает, что зависит от случая, от вкуса, от интуиции художника, да, или обстоятельств, от команды. Никто.
собственно говоря, ни автор, ни общество, ни законы. Никто не может эту грань определить, нащупать и узнать, потому что ее, собственно говоря, на момент совершения акции, на мой взгляд, и не существует. Потому что художник находится в каком-то смысле в невесомости. Он работает в ситуации, которая не существовала до него и никогда не будет существовать после. В каком-то смысле для законов он невидим, потому что он создает сам ситуацию. Она никем не регламентирована. Он ее создает, и он определяет ее границы, ее длительность, ее там, не знаю, публичность, массовость и прочее, прочее, прочее. Поэтому моя позиция, как бы, да, совершенно, даже если это не позволено, об этом вообще думать, мне кажется, как бы неправильно, потому что тогда не состоится перформанс и, да, акт искусства. Там можно сколько угодно говорить, что, и мы так все делаем, конечно, там, консультируемся с адвокатами, ну, это сейчас, раньше, конечно, мы не консультировались с адвокатами, а с какими-то другими там людьми, я не знаю, там, с журналистами больше, наверное, или с административными какими-то там положениями, да, по поводу места, если это, например, там Красная площадь. Но, тем не менее, ну, это же все-таки искусство, а не терроризм, поэтому мы никогда же не собирались переходить на другую территорию. В современной художественной ситуации он, конечно, совершенно не актуален. А вот в современной политической ситуации он, наоборот, как бы не работает, да, и не то чтобы не актуален, а с одной стороны единственно возможен, с другой стороны не дает никаких положительных ожиданий, я имею в виду для общества. И тут вот вообще, либо мы, нет, вот актуальность как бы чего? Актуальность перформанса как вида искусства, да, она, на мой взгляд, совершенно не актуальна. Давайте время не терять, а быстро.
Граждане полиса не должны быть, только рабы иностранцы.